Всем привет! Меня зовут Глент, и вы на моем канале. Сегодня мы проверим 10 крутых, читерских, офигенных лайфхаков в Майнкрафте. Лайфхаки просто обалденные, они взрывают мозг. В этом ролике будут лайфхаки для дизайна, а также для выживания. Если ты досмотришь этот ролик до конца, то ты 100% прокачаешь свои знания о Майнкрафте. Дай 5. А теперь я хочу поговорить про ваши лайки. Вы вообще понимаете, что у вас в руках находится инструмент, которым вы можете вершить судьбу 9-миллионного канала Глент? Мы всегда следим за количеством лайков под роликом. Если их много, мы продолжаем какую-то рубрику. Например, как эту с Майнкрафтом. А если их мало... рубрика заканчивается. И если ты хочешь продолжение рубрики проверки лайфхаков в Майнкрафте, обязательно поставь лайк. А мы приступаем к первому лайфхаку. Команда Глент снова нам построила карту для ролика. Посмотрите, какая она красивая. За это тоже можно лайк поставить. Ребята старались. В прошлый раз подобным лайфхаком мы тупанули. Ну, были неопытными. В этот раз все лайфхаки проверяем на самой последней версии Майнкрафта. Лайфхак таблички со светящимся текстом. Да-да, и такое в Майнкрафте существует. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Если лайфхак работает, это будет обалденно. Все, что нам для него понадобится, это два разных красителя. Например, коричневый и желтый. Теперь берем табличку и пишем на ней какой-нибудь текст. Подпишись, пожалуйста. Светательный знак, потому что это для меня очень важно. Подписывайтесь на канал. Давайте добьем 10 миллионов подписчиков. Бриллиантовая кнопка. Счастье, радость. Вот что нас ждет с 10 миллионами подписчиков. Но нужно, чтобы именно ты нажал на красную кнопочку подписаться. Подписывайся. А мы проверяем лайфхак. Нажимаем готово и красим текст. Текст покрасился. Это уже хорошо. В прошлый раз у нас не получилось. Ну а теперь суть лайфхака. Для этого нам нужно сделать ночь. Та-дам, окей. Теперь берем светящийся чернильный мешок и... нажимаем правую кнопку мыши. Работает! Светящийся текст! Прям сдали видно просьбу подписаться. Подпишитесь, пожалуйста! Давайте попробуем на этой табличке. А-а-а, вот так вот напишу. А-а-а. Раскрасим в коричневый и подсветим. Тоже светится, ну это вообще красота. Напишите в комментах, или знали об этом лайфхаке. Потому что я такое только в ТикТоке видел и решил проверить. Обалдеть, прям текст светится. Ну а следующий лайфхак подарит вторую жизнь вашему питомцу, точнее лисе. Для него нам понадобится тотем бессмертия и меч. Привет, лиса, как у тебя делишки? Кидаем в лесу тотем бессмертия и... взяла. Ха-ха, она его взяла. Смотрите, он у нее в зубах, обалдеть. Ну что, давайте попробуем ее убить. Раз, два. Перезарядилась! Она перезарядилась! Обалдеть! Ну чё, круто! Давайте такую же штуку попробуем провернуть с волком. Бросаем тотем бессмертия и... нет, с волком не работает, но лисе вторую жизнь подарить можно. Идем дальше. Ну а следующий лайфхак нам может понадобиться и в дизайне, и в выживании. Мы попробуем сделать автоматический гардероб для брони. Вот бы он работал. Правда, сначала его нужно построить. Для постройки нам понадобится какой-нибудь блок, рисованный факел, рисованная пыль, липкий поршень, блок слизик, блок материала вашего дома, железный люк, каменная кнопка и стойка для брони. Погнали строить! Нам понадобится яма 3 на 3 блока и глубиной 5 блоков. В самый угол этой ямы ставим блок, у меня это обсидиан, потому что в лайфхаке был обсидиан. На него ставим редстоуновую пыль, а сбоку ставим редстоуновый факел. В центр ямы ставим липкий поршень, который смотрит наверх. Он должен активироваться. На него ставим блок слизи. И вот сюда ставим еще один блок. На него ставим редстоуновую пыль, а сбоку редстоуновый факел. О, походу что-то даже работает. Поднимаемся наверх и застраиваем всю эту яму, кроме центрального блока. Сюда мы ставим железный люк и каменную кнопку. Ну, я прям все делаю как в лайфхаке, чтобы точно сработало. На люк мы ставим стойку для брони и нажимаем на кнопку. Окей, окей, он ушел, пока что все работает как надо. Теперь ставим еще одну стойку для брони. И давайте на нее поместим броню. Опа, 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 опа. И теперь момент истины. Если я сейчас нажму на кнопку, алмазная броня улетит вниз и придет пустая стойка для брони, то лайфхак работает. Итак, нажимаем. Сработал! Чего? Вот это механизм! Обалдеть! Давайте тоже ее приоденем. Я в шоке. А сейчас сработает? Чё? Работает! Это очень круто выглядит. Легкий механизм, который может прям удивлять ваших друзей. Вау! Это еще и полезно. Ставлю этому лайфхаку лайк. Переходим к следующему. Ну а следующий лайфхак поможет вам создать самый-самый-самый легкий лифт в Майнкрафте. Ну легче уже тупо не придумаешь. И для него понадобится всего лишь два предмета. Надеюсь, что он будет работать. Это просто капец. Очень хочется, чтобы он работал. Нам понадобятся кожаные ботинки и ведро с рыхлым снегом. Все,
больше ничего не нужно. Выставляем снег на высоту, на которую мы хотим подняться. Так, сюда, 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 сюда. Еще выше, еще, еще, еще чуть повыше. И готово. Переходим в режим выживания. Хорошо. И тестируем лайфхак. Сейчас мы подняться не можем. Да, я прыгаю, у меня не получается. Я просто не могу подняться. Но в лайфхаке сказано, если я прямо сейчас надену кожаные ботинки, я смогу подняться наверх. Ох, давайте проверим. Поднялся. Я просто в шоке. Это реально работает. Круто. Фу, блин, я реально прям под впечатлением. Идем дальше. А сейчас будет четкий подгон для всех тех, кто смотрит это видео. Но сначала давайте его распакуем. Вау! У компании MSI, а они, кстати, если вы не знали, ведущий мировой производитель игровых устройств, вышла новинка. Игровой ноутбук MSI Katana GF66 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 30 серии, которую практически не найти в России, в сочетании с новейшим процессором Intel Core i7 11 поколения, этот ноутбук отлично проявляет себя в любых сценариях использования, а особенно в играх, и предлагает увеличенную до 40% производительность за счет 8 ядер. Ну вы только посмотрите, каждая деталь этой клавиатуры оптимизирована с учетом пожеланий геймеров. Она отличается повышенной прочностью, прекрасной тактильной обратной связью и идеальной глубиной хода клавиш 1,7 мм. За охлаждение в этом ноутбуке отвечает эксклюзивная система от MSI Cooler Boost 5 с двумя вентиляторами и 6 тепловыми трубками. Так что ваш ноут точно не перегреется во время игры на максималках. Ребята, есть уникальная возможность приобрести MSI Katana GF66 со скидкой по промокоду GLEN. Не упусти возможность, ссылочка в описании. Ну а следующий лайфхак нам говорит о том, что если мы будем смотреть прямо в глаза Эндермену, он перестанет двигаться. Если честно, я в это слабо верю, потому что я очень долго играю в Майнкрафт, но такого не встречал. Берем яйцо призыва Эндермена и идем на наше тестировочное поле. Давайте заспавним Эндермена, все, он заспавнился. Давайте посмотрим на него. О, он начал меня атаковать, смотри. Ай, не бей! И теперь нужно посмотреть ему ровно в глаза. Где он? Где он? Где он? Ровно в глаза. Ровно. Смотрите, перестал двигаться, реально. О, давайте смотреть ему ровно в глаза. Перестал двигаться. Он перестал двигаться. Да ладно. И что ты мне теперь сделаешь, а? Успокойся, я просто смотрю тебе в глаза. А если я открою инвентарь? Нет, все равно он не двигается. В какой момент ты начнешь двигаться? Ай-яй-яй-яй! Сразу, он сразу начинает двигаться. Но вот если этот лайфхак будет работать, я просто обалдею. Этот лайфхак рассказывает, как можно дюпать розовый куст и пионы. Просто жесть, если это работает, я считайте, вообще не умею играть в Майнкрафт. Давайте посадим розовый куст, а сюда посадим пионы. Выдадим себе 100 костной муки и перейдем в режим выживания. Ну, чтобы все было по-честному. И в лайфхаке говорится, что если я сейчас возьму костную муку, использую ее на один из этих цветов, мне дадут их бесконечное количество. Итак, давайте проверять. О, подожди, стоп, что? Что, реально работает? Реально? А, розовый куст? Да ладно. То есть можно вообще магнатом на сервере стать. Продавать эти цветы. Вот так вот легко их дюпать. Оу, кайф. Мне нечего сказать. Я просто в шоке. А следующий лайфхак будем проверять на сервере glentland.ru. Это мой сервер в Майнкрафте. Заходите и играйте, если еще не играли. В повседневной жизни на сервере у меня нет доступа к бесконечным вещам. Это мне только для ролика дали. Эксклюзивный случай. И сейчас мы протестим лайфхак, который позволяет засунуть один блок внутрь другого. Если он сработает, будет очень круто. И все, что нам понадобится для этого лайфхака, это поршень и редстоуновый блок. Честно говоря, слабо верится, что это сработает, то давайте проверим. А, еще самое трудное, найти вот такой вот ограничитель. У нас на сервере он есть, поэтому заходите на Glentland. Итак, по центру блока находится ограничитель. Через один блок ставим поршень. Сюда ставим, например, стекло. Активируем редстоуновый блок. Окей. Теперь ставим еще одно стекло и активируем редстоуновый блок. Так, походу все работает. Сейчас разрушаем одно стекло и ставим сундук. Работает. Вы это видите? Я прямо сейчас могу открыть сундук? Да ладно. Так, хорошо, давайте возьмем, например, динамит и алмазный блок. Сделаем еще раз поршень, алмазный блок, активируем. Теперь ставим еще один алмазный блок, активируем. Работает, походу работает. Ставим динамит и... Чего? Смотрите, я прям внутрь блока ставлю динамит. Чё? Обалдеть. Хорошо, давайте возьмем светокамень. Ага, вот так.
Да ладно, это с любым блоком работает? Это что за прикол? И в светокамень теперь вставим в верстак. У нас будет светящийся верстак, смотри. Что? Чего? Это невозможно. Обалдеть. Это очень-очень круто. Я просто в шоке. Ничего разрушать из этого лайфхака не буду. Пускай это останется на сервере. Каждый сможет найти и посмотреть на этот лайфхак. А в следующем лайфхаке говорится, что при помощи свеч можно убирать лаву. Искать там руду полезную. Давайте это проверим. Хотя мне кажется, что это будет работать. О! Реально, смотрите. Дальше не течет. И вот так вот все ставишь свечки, ищешь руду. Смотрите, вот сейчас это не постанова, я реально нашел руду. Чего? Реально работает! Это очень круто, пользуйтесь. А при помощи следующего лайфхака можно очень быстро и легко улететь максимально далеко и считай создать новый мир для себя. То есть он полностью сгенерируется заново, я очень хочу его проверить. В ТикТоке выглядело очень эпично. Итак, берем любой блок, ставим его. Потом ставим три рельсы и еще один блок. На первую рельсину ставим вагонетку с динамитом. Точнее, даже не одну, а очень много вагонеток с динамитом, прям максимально много. Ну только смотрите, что у вас там комп потом не сгорел. Я думаю, вот столько хватит. Ну еще чуть, и еще чуть, и еще чуть. Все, вот сейчас точно хватит. А теперь двигаемся максимально аккуратно. Убираем вот этот блок, убираем вот этот блок, прокапываем вот здесь, ставим сюда редстоуновый блок, на него ставим энергорельсы, и сейчас максимально аккуратно ставим одну вагонеточку с динамитом. Все, пока работает хорошо. Ну а теперь осталось соединить наши вагонетки с динамитом. Ой, мне кажется, у меня сейчас комп взорвется. Ладно, погнали. Йо, я испугался, просто посмотрите, посмотрите, где вообще, где мои координаты? Что происходит? Я на все 2500 блоков был. Окей, я иду на приземление. Где низ, где верх? Солнце снизу, сверху, куда я лечу, где я? Обалдеть, я реально испугался. Ну, знаете, комп вылез. Я приземляюсь, вот, облачка, о-о-о-о, у меня генерируется мир, нормально, нормально, хилимся, живем. Ой, как все лагает, капец. Приземляюсь, приземляюсь. Останови здесь, брат, останови по-братски. Я в абсолютно новом мире, все сгенерировалось заново. Мне просто интересно, сколько чанков я пролетел. Это было просто мега эпично. А давайте сделаем взрыв из 3 вагонеток. Посмотрим, насколько я могу улететь, если стоит всего лишь 3 вагонетки. Понял. Это ж прикиньте, насколько был мощный взрыв. Это было очень круто. Ну что, это были все лайфхаки на сегодня. Я надеюсь, что этот ролик тебе очень понравился. Поставь ему лайк, если до сих пор его не поставил. Подпишись на мой канал. С тобой был Глент. Пока.